Ребят, всем привет! Сегодня покажу вам свой день работы байера. Отправлю клиенту в Читу вещи и расскажу наглядно, покажу, как происходит весь процесс закупки и отправки. Заранее я нашел для клиента производителя-поставщиков, скинул ему все контакты, телеграм-канал, инстаграм. Он уже заранее отобрал вещи. Теперь я еду оплачивать и отправлять ему. Он мне перевел золотой короной деньги. Вот сейчас мы пойдем снимать. Я на рынке Лалали. Здесь закупим в одном магазине, после поеду на Мертер, там закупим еще в 2-3 магазинах, после отправлю карго, и на этом все. Все увидите в процессе. Получаем деньги за перевод. Сибиря, просто представляю. Сибиря, Новосибирь. Красноярск. Еще даже. Красноярск. Камчатка, Бирска. Да, буду идти сюда. 1006 километров. 1006. Да, далеко. Далеко. Просто буду идти сюда, буду идти сюда. Ничего. Ага. Ютуб. Ага. Тоже давай. Попаси. Работай завтра хорошо. Это один. Привет. 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 Что хочешь? Привет. Кендерик. Привет. Да. Алла Тэш. Алла Тэш. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Новый день. Афенде, пожалуйста, красавица. Пришли в магазин первый на Лалали. Сейчас будем набирать коллекции и выбирать. Сейчас созвонился с клиентом по видеосвязи. Выбираем коллекции. Я показываю качество. Выбираем расцветку, модели. И так происходит работа. У первого поставщика закупились, рассчитался. Заказ отправлен на фабрику. С фабрики нам сразу доставят карго Мертер. Я еду до Мертера к следующему поставщику, чтобы закупиться у него, и там уже на отправку. Все, получается, доехал до рынка Мертери. Здесь сейчас зайду в 2 магазина. Заранее клиент уже определился с позициями, которые он будет покупать. Он мне отправил фотографии в телеграм. Все, сейчас туда пройдем, покажу вам магазины и закуплюсь. Пришел во второй магазин. Сейчас здесь мы покупаем Джорданы. Я заранее уже нашел эти модели, согласовал их с клиентом. И также еще показываю, что еще есть в наличии. В третьем магазине мы взяли всего 2 позиции. И я еще показываю, что есть в наличии в данном магазине.
Это третий магазин. Мы здесь уже брали модели. И еще сейчас возьмем новую коллекцию из их ассортимента. Это крайний магазин, где добрали здесь оставшиеся коллекции. И в Мэтре у нас вышло 4 магазина. Первая посылка с Лавали к нам уже дошла в карго на Мэртер. После проверки обнаружил недостачу одного костюма, а точнее пересортицу. Нам положили 2 одинаковых, но не положили нужный нам. Мы договорились на то, что в понедельник они привезут и заменят нам костюм. Вот. В целом все упаковали, все проверили, и посылка в понедельник отправится в Россию. Ребята, ну все, день подходит к концу, время 7 вечера, только пришли с карка, пришли подстригаться. Сейчас буду облагораживаться. Посмотрите, что там делают с мужчиной. Я надеюсь, со мной такое не буду делать. Вот. В целом, вопрос решился. Я в понедельник еще сюда приеду, проконтролирую замену пересорта, и уже в понедельник тогда груз поедет. Решили отправлять две посылки авиа, чтобы они уже вместе ехали. И вот, в целом днем доволен, денег заработали. Все прекрасно. Клиент тоже доволен, что самое важное. И товаром, и, в принципе, решением всех вопросов.